Хочется поздравить вольчан и вообще Саратовскую область с тем, что здесь стартовала школа волонтеров наследия. Это проект, который реализуется в рамках национального проекта «Культура». Он стартовал год назад в 5 крупнейших российских городах, но города, которые являются признанными центрами туризма и культуры. Это Санкт-Петербург, Ленинградская область, это Москва, это Псков, это Казань. И когда на это все смотришь, то вызывало такое чувство зависти, да, когда людям на каких-то элементарных примерах показывают, насколько важно наследие, но не только теорию рассказывают, да, но и у них есть практическая возможность узнать первые азы, как правильно реставрировать камень, как работать с кирпичом, как работать с металлом. И зародилась такая мысль вот эту школу привлечь на территорию Саратовской области. И шли очень длительные, сложные переговоры, особенно в период пандемии, делать, не делать, дадут денег, не дадут на это. Все, в общем-то, к октябрю у нас все-таки это получилось, и школа стартовала. В области мы распределили ресурсы, она у нас проходит сразу в 3 городах. Это Саратов, где набрано около 200 волонтеров, это Вольск, где 60 волонтеров и 40 волонтеров для Хвалынска. Дело в том, что вот эти 3 города, перечисленные Вольск, Саратов и Хвалынск, являются такой культурной осью области, культурной осью региона, потому что это главные очаги, в которых развивается туризм, это главные очаги, в которых присутствуют памятники культурного наследия. И, естественно, то, что сегодня происходит, и усиление федерального законодательства в сфере сохранения наследия, оно, с одной стороны, причиняет неудобства жителям, а с другой стороны, может быть, эти неудобства, они возникают из-за того, что мы недостаточно много работали и объясняли людям, для чего нам сохранять наследие, для чего важны города со своей уникальной идентичностью. И Вольску не нужно объяснять, что такое идентичность. Это единственный на территории Саратовской области историческое поселение. И это тот город, который требует очень бережного, чуткого отношения. И чем больше у культурного сообщества, интеллигенции Вольска будет сообщников, будет больше волонтеров культуры, волонтеров наследия, тем этот город будет правильнее и бережнее сохраняться для будущих поколений.